Всех приветствую, зрители канала Фейгин Лайв. Время 21 час 4 минуты, суббота, 19 марта. И день 24-й войны мы проводим снова с Алексеем Арестовичем очередной эфир. Алексей, рады видеть. Взаимно. Да, но мы, как обычно, нас уже 40 тысяч смотрят, вот люди ждут. Все-таки начать с общего обзора, что изменилось за сутки, и дальше уже поедем обсуждать. Особо ничего не изменилось. Опять влупили по Чернобаевке, мы ночью уже шестой раз. Это уже стало притчей во языце, день сурка. Да, я видел. Да, это, конечно, хорошо. А чем объяснить, что они все время туда возвращаются? Как это можно объяснить? Да все очень просто. Антоновский мост – это бутылочное горлышко. Это единственное место, по которому они снабжают свою группировку туда, в сторону Николаева. Угу. План уже был громать, Одессу взять, Николаев, Кривой Рог, а мостик-то один, ну еще на Новой Каховке есть, дамба, по которой они переезжают. Ну, в принципе, это вот два бутылочных горлышка. Им нужен аэродром подскок. Аэродром подскок – это Чернобаевка, либо Херсонский аэродром. Но нет, они никак не могут понять, как мы достаем, а мы достаем регулярно, каждую ночь аккуратно и так далее. Там набили столько уже, что просто яйца. Это уже притча в языце, у нас уже количество мемов, больше, чем у меня подписчиков на эту тему. И я так понимаю, они будут продолжать это делать, потому что если там гибнут командующие армии, раз за разом, армейские передовые командные пункты, ну, наверное, там какая-то сакральная составляющая в этом есть, ловушка, в которую они лезут все время, раз за разом. Так, ну и наша авиация, наша ПВО и авиация подходит к сакральной цифре. Вот ждем 100 самолетов. Сегодня утром было 97, еще 3, может, за сегодня уже и набили. Вертолеты сегодня набили, самолеты посмотрим. И будет сотка. Не, ну это вообще, как бы вот по части, прежде всего, техники, подбитые и так далее. Это ведь проверяемая вещь, то есть можно каким-то образом дать какие-то ссылки, фотографии, или это суммируется в Генштабе, но нет такого какого-то явного. Это ведь вопрос все время про то, что они все лгут, что это неправда, столько не сбили, у нас все как было, вообще ни одного самолета, ни одного танка, мы продолжаем на всем ездить. Ну, вот. Да. Ну, есть, да. Они ездят-то, конечно, не ездят, только есть международное сообщество, очень широкое, те, кто подсчитывает реальные потери, там, привязывает к местности, считая и так далее. Ну, скажем так, они считают каждый день, тщательно очень, есть такие люди, фанатики, и они, даже они, будучи ужасными скептиками, там скептицизм это просто бриллиант, корона, вот если ты не скептик, тебя туда не принимают, то они насчитали уже 1400 где-то набитых российских, где-то 400 только украинских. И, ну, это скептики, это которые такие очень прискрепленные, это, они считают только те, которые попали на видео, а мы же понимаем, что далеко не все можно снять на видео в бою. Я вам скажу, что я как-то пытался снимать в бою, вот ради интереса, когда я воевал. И я скажу, что это идиотизм, честно говоря. Тут либо снимать, либо воевать. А если ты офицер, как я, то надо управлять. Не, ну офицер вообще тяжело. Точно не до съемок, да. Точно не до съемок. Поэтому как бы такое. Ну, кто-то же снимает, но я снимаю, ну сколько? Ну, там четвертая часть в лучшем случае попадает, наверное, и меньше. Даже при том, что телефон сейчас у каждого, ну не с руки в бою снимать, мягко. Не, не с руки, но какие-то есть тактические камеры, которые крепятся на... Такое бывает. Но это... Да. Ну, вот мне военные присылают видео, вот я например, присылали разгром вот этого учебного центра из Подмулина. Ну, я хочу сказать, что оно не попало никуда официально, но неофициально там впечатление. Неофициально, его нельзя публиковать по каким-то причинам, да? Не, его просто не успели выложить военным сильно не до этого. Они как отчеты присылают, но там это те военные, которым не до пиара. Понимаем. Они, вот, смотрите, мы сработали, да. И ну там батальончика-то нет. Как бы, да. Это ж только один из миллиона эпизодов. Да. Ага. Я почему так заостряю? Потому что вообще при подсчетах есть соотношение к технике и личного состава. Вот если столько техники, то совершенно очевидно, что исчисляемые жертвы личного состава как раз-таки соответствуют цифрам, которые озвучиваются украинской стороной. Ведь это, ну, нет, находится здесь не все так однозначно. Нет, все так почему? Расскажи нам, почему. Да, потому что часть техники брошена, немедленно бросают и разбегаются. Так. А часть, наоборот, уничтожена до такой степени, что невозможно определить, там, был ли там личный сколько состав вообще. То есть невозможно посчитать. Да, ну, тогда были грузовики, спаленные до уровня 5 сантиметров от поверхности асфальта, просто сгоревшие, чертова мать. Но если колонну накрывают, а там в КАМАЗах боеприпасы, например, в одном грузовике, а в соседнем личный состав, то там вообще ничего не остается.
Поэтому тоже трудно сказать. И что можно уверенно сказать, что не работает типичное соотношение один к трем по раненым и убитым. Потому что очень плохо с эвакуацией, и очень много раненых умирает на поле боя непосредственно. Есть же военная закономерность, которую гражданские не знают. Ну, да, если тяжелому за 40 минут не оказали помощь, он покойник. Если среднему за полтора часа не оказали помощь, квалифицированную, не перевязали, а квалифицированную, он тяжелый. Если легкому не оказали за 2-3 часа помощь, он средний. И поскольку тылы разгромлены абсолютно, разгромлены, забиты и так далее, то, по крайней мере, на большинстве направлений, то очень многим раненым своевременно помощь не оказывается. Вообще в Афганистане еще будет 9 часов эвакуации раненого. Во Вьетнаме полтора. Сейчас я подозреваю, что это и под сутки средняя эта цена. И очень много умирает, поэтому тут соотношение еще такой вопрос. Но можем уверенно говорить, что больше 40 тысяч до 50 убитых и раненых. Санитарный путь. Безвозвратный санитар. Ну, то есть 15 тысяч цифр погибших российских военнослужащих, это сейчас на сегодняшний день около 15 тысяч, это цифра, которая озвучивается Генштабом, я правильно понимаю? Мы можем сделать, можем сделать интеллектуальный ход такой и поделить так на 2. А что, 7,5 это мало? Нет, так я об этом же все время и говорю, конечно. Это я скептиком, да. А 7,5 это недостаточно, да. То есть вот нет 15, но есть 7,5. И дальше что? Мы должны просто это все проговаривать, потому что люди сами не догоняют, они в пылу что-то доказывают у нас в комментариях, рассказывают, что это вот так, это не так, но есть вещи, которые уже как бы не надо доказывать, поскольку российская сторона продолжает говорить про 500 погибших, вот более других цифр. Я скажу так, что если, когда мы 500 погибших, это в день. Ну, реально сейчас, да, получается. Да, да, да. И тут вопрос вот в чем, что когда все это развеется, там историки начнут писать книги, собирать доказательства и так далее, наверняка будут внесены какие-то правки. Поэтому Генштаб наш и пишет ориентировочно. Потому что, вы же поймите, российская армия наступает на многих направлениях, а сначала наступала вообще на всех. То есть даже если мы наносили поражение, они уже уходили вперед от места поражения, и оно оставалось за ними. Точно определить, сколько там погибло, не имели возможности. Ориентировочно, да, видим, там прикидываем и так далее. Но у нас принципиальная позиция, мы на занижение работаем. То есть для нас только если там, очень уверены, Генштаб это считает. Было 2 эпизода, которые до сих пор не ясны. А где же те Ил-76 или Ил-62, или Ил-76, которые мы сбивали якобы над Васильковым? Их не нашли. Но я говорил, да, мы с тобой говорили, что это могла быть просто рядом летящие истребители, приняли за групповую цель, сбили, а потом выяснилось, что это не большой самолет, а просто группа была. Ну, с этим разберемся. Никто же не намерен врать, нет смысла никакого. Так всего. Да, мы сейчас время 12 минут, мы только минут 10 где-то чуть-чуть в эфире. Вот все-таки с Мариуполем, потому что я вижу, как остро обсуждается в Украине. В Украине нет никакой военной цензуры, напоминаю. В Украине люди спорят, ругаются и так далее. Ситуация там непростая, только не украинская власть виновата в этом. Понятно, в этом виноваты агрессоры, да, которые, собственно, сжали город и расстреливают его и так далее. То есть в нынешнем положении, в котором находится Мариуполь, какие-то хотя бы возможности есть для того, чтобы им помочь, потому что задают об этом вопросы, и что там вокруг происходит? Какая перспектива там по времени? Политика дипломатическая. Есть возможности помочь, военных нет. У нас же один из главных вопросов, который начинают так задавать. Чего упустили юг? Почему вот так на юге российская армия сразу вышла на оперативный простор? Вот разумный человек, даже не будучи военным, мог бы понять, что там голая степь. Негде обороняться. Раз. А во-вторых, там очень близко крымские аэродромы. То есть российская авиация взлетела и сразу может работать. Никаких тебе дальних пролетов, никаких тебе угроз от ПВО, там тупо негде прятаться в чистом поле. Поэтому вот вам такой намек. И такая же ситуация прямо до Мариуполя. Вот ровно такая. Можно сколько угодно при всем уважении писать видео, что мы хотим ПВО, или там дайте армии действовать и так далее, и так далее. Но с этим разберемся после войны. У меня есть несколько, скажем так, замечаний по этому поводу. Понятно. Видео, позиционирование и так далее. Но реально сейчас только политика дипломатический путь. Я понял. А если все-таки будут даны средства ПВО, будут крайние, возьмем вариант, средства Патриот.
Как вот мы и спрашиваем это, тебя, как доставить. Как их туда доставить через 100 километров степи на контролируемые российскими войсками авиации? Тут вариант только один. Если дадут очень много самолетов, чтобы мы могли завоевать космос в воздухе или хотя бы на том направлении. Очень много ПВО, где-то взять группировку, которая перестанет обороняться в Запорожье, сама пробьет навстречу и пойдет, и 100 километров пойдет. Они же думают, что 100 километров это 2 часа ехать, как на легковой машине. Армия 100 километров с боями будет идти под ударами с воздуха трое суток, и вопрос еще дойдет ли или нет. То тогда да, но накопить такую группировку, взять ее, не вооружить, это не за 2 дня делается. Это проблема. Проблема. Вот, поэтому подняты на ноги главы мировых церквей, все президенты всех возможных стран. Поэтому ООН задействован, Красный Крест, все другие организации. И президент лично занимается Мариуполем больше 12 суток. Так 5-е сутки идет эвакуация, раньше же этого не позволяли. Неделю же не разрешали эвакуировать. Ну, вот хоть что-то удалось сделать. Но если будет складываться не очень, мягко говоря, удачная ситуация, личный состав АЗОВ всех остальных можно будет вывести оттуда? Не знаю. Мы сделаем все, чтобы вывести. Все, понял я. Так, мы уже... Там 13 еще пограничники, минут, да? Там пограничники. Я сегодня утром записывал обращение, забыл упомянуть пограничников. Так вот, уважаемые пограничники, которые там сражаются. Я не называл вас только по одной простой причине, потому что вы официально еще не назывались, а я назвал только тех, присутствие которых многократно уже было объявлено. Вот поскольку вас назвали уже, то и я могу на официальном уровне, я могу сказать, что там еще очень мужественно, кроме Нацгвардии, Азова, национальной полиции и морской пехоты, сражаются пограничники. Еще очень. А пограничники — это сверхмужественные люди, они всегда встречают врага, и очень многие пограничные заставы дали бой и полегли целиком. Представляете, что такое за заставой 15 человек противостоять российской дивизии заходящей? Ни один не сдался. Ни один. Легли все, но не сдались. Да. Почти 90 тысяч нас смотрят. У меня просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Нам очень важно, чтобы эфир посмотрел как можно больше. Нас смотрят в Украине, нас смотрят в России, нас смотрят везде, где только можно. Где пока еще в той же России не заблокирован YouTube. Но многие могут не знать, что такие эфиры идут ежедневно. От вас зависит, насколько широко будет это распространено. В том числе и в отношении судеб военнопленных. Вот я как раз хотел поговорить, нас уже смотрят родители тех, кто предполагает, знает, видит, что их дети, особенно вот срочники, о них будем говорить, находятся в плену. Вообще, в принципе, какая судьба у срочников и контакта их с их родителями? Помимо, телефонных сообщений посредством помощи спецслужб. Всем дают звонить. Приехать как-то родителям можно, как-то встретиться с детьми, как-то Можно. Просто жалко российскую маму, которая сейчас начнет добираться. Что с ней сделает путинский режим? Ее убьют. Могут убить. Не знаю. Но если в ней есть бы смелость, то как-то через Европу. И я еще не знаю, как возможно ли вообще выбраться из России сейчас. В Польшу не пустят с российским паспортом? Могут и пустить, женщину могут пустить, но надо нам каждый раз отдельно смотреть. Если она скажет, что я мать потерянного русского солдата, мы будем решать это на высшем уровне. Тут вопрос, мы ее пустим к ее сыну, конечно, безусловно, к сыну, к мужу, брату и так далее. Пусть приезжают. Да. Мне просто жалко, что сделает путинский режим с этими матерями. А разговаривать даем. Ваших сыновей кормят, ваших мужей, племянников, всех кормят, заботятся о них и прячут бомбоубежищах раньше, чем себя, поверьте. То есть сначала пленных прячут, потом уходишь. Это принципиальная позиция. Поэтому вы можете за них не волноваться. Единственное, что им грозит, это путинская ракета, ему пойдет на голову. От нас ничего не будет. Мы безжалостно уничтожаем противника на поле боя, но если попал в плен, все, и Женевская конвенция. Волос не упадет. От родителей зависит, как в том числе, они не решающим образом. Я вам больше могу сказать. Как будет идти война вообще? И может она прекратится? Сейчас российская власть собирает. Не-не-не-не-не, мы не пойдем на издевательство над пленными, несмотря на... Понятно. И умерших. Да, И тут вопрос вот в чем, что... тут же еще один момент. Сейчас по всей России нашкрябывают резервы. Вот я подсказываю родителям. 18-я бригада мотострелковая, 19-я мотострелковая бригада отдельная, 61-я бригада морской пехоты, 40-я бригада морской пехоты. Все это хотят привезти сюда и снова кинуть на Киев. Только учтите, или там на другие места, учтите, что элитные подразделения залегли, а сборная солянка, в которую их
они попытаются выступить костяком среди ЧВКшников и там всяких резервистов. Но представьте себе, что их ждет. Ну, просто ваше правительство выбрало самый идиотский путь. Вместо того, чтобы нормально договориться на переговорах, они решили еще один так наступление осуществить, судя по всему. И просто будет все то же самое, только через 2-3 недели, и плюс 10 тысяч убитых ваших родственников. Вы подумайте об этом, надо ли вам это или нет. Я специально назвал подразделения, чтобы родители, те, кто служит в этих подразделениях, 18-19 Северного Кавказа, я вообще не понимаю, зачем вам платить жизнями за московские, этот самый 61-й и 40-й, это Тихоокеанский флот, уже оттуда дергают. Зачем вам это надо? Вы можете остановить своих сыновей, есть масса приемов, заболеете, там еще что-нибудь и так далее, чтобы они не ехали сюда и не погибли здесь. Но можно уже судить о том, что Москва специально сейчас тормозит, видно, что пауза наступила в переговорном процессе именно для того, чтобы попытаться военным путем решить вот какую-то там цитирую задачу. Нет, не наступила, нет. Цитирую Лаврова, что мы надеемся, что мы сейчас быстро договоримся, да, и все такое прочее, как бы, и будет все хорошо. Я бы не сказал про паузу, я бы сказал вот что они хотят, скорее всего, создать максимально выгодные позиции к началу переговоров. Ну да, для этого им нужна сумма военных усилий. Это я понимаю, ну пусть попытаются. Ну вот начались какие-то споры и именно почему-то претензии к Арестовичу. И я всегда поражаюсь, я когда наблюдаю за тем, какие ему предъявляются претензии, это просто это что-то с чем-то. Значит, НАТО, да, значит, как будто бы Арестович, значит, сидит и решает, кому вступать в НАТО, кому не вступать, какие ставить препятствия. Но просто вопрос ведь состоит в том, что в НАТО Украина сейчас не состоит, естественно, это положение Конституции, но может ли это быть предметом... обозначенным в этом соглашении, если оно будет достигнуто. Вот все-таки, на твой взгляд... 75% украинцев, или 72% уже сейчас слегка упало, поддерживают вступление в НАТО по нашему предварительному вопросу. Да. Мы все хотим в НАТО. И я хочу в НАТО. И президент хочет в НАТО. А теперь вопрос. НАТО хочет, чтобы мы вступили? Так, понятно. 26 февраля, третий день кампании, собирается экстренный совет НАТО, приглашает Молдавию и Грузию, Украину не приглашает. Следующий вопрос для любителей НАТО у нас очень сильный. А что сделала НАТО как организация за 24 дня конфликта? Как организация, не отдельные страны, они помогают один на один, но именно вот НАТО. 50 тонн топлива, как сказал президент. А заявление НАТО, вот этих, как сегодняшнего министра обороны Германии, по-моему, дама заявила, что ну, точно не будем устанавливать бесполетную зону, и путинские соколы сразу, ага, все, можно летать без наказа. Ну, кроме того, что украинцы сбивают. Или там вот эти все вещи. Ну, если не хотите принимать участие, не хотите, как это, закрыть небо над Европой, над Украиной, у нас дети умирают, то хотя бы не делайте провокационных заявлений, но делают же. Я всегда задаю вопрос всем этим желающим, очень сильно в НАТО, камлающим по поводу НАТО, не желающим встретиться с реальностью. Мы хотим в НАТО. Вот я хочу в НАТО. Очень сильно. А оно хочет нас? А если оно не хочет или не хочет на данном этапе, возникает вопрос, а какими средствами мы должны, мы все, и ругающие арестующие, и любящие арестующие, равнодушные к арестующим, как мы все украинцы должны обеспечить свою национальную безопасность? Если НАТО пока говорит, ребята, нет, в ближайшие 10-15 лет не рассчитывает. Как? Мы же должны как-то обеспечивать. Или мы будем сидеть и ждать НАТО 15 лет, пока оно нас примет. Да. Принимаются определенные меры. Президент дал одну из схем, Ю-24, мы ее обсуждаем. Да. Все очень просто. Алексей, позвольте мне, так сказать, с моей стороны сказать. Ну и что будет что-то в соглашении между Москвой и Киевом? Чего будут стоить эти обязательства после того, как выведены будут войска, когда Украина, слава богу, восстановит свою территориальную целостность и так далее? Обязательства перед кем? Перед Путиным? А не вступление в НАТО? Да? И выполнять именно это обязательство? Я все еще веселее. Во-первых, там ничего такого, никакой зрады в этих соглашениях нет. С нашей стороны. А я пытаюсь на опережение, даже более остро поставить вопрос. Да. А во-вторых, да, ну даже как интеллектуальная фикция. А во-вторых, я скажу следующее. Это же не двустороннее соглашение между Украиной и Россией. Вот это мало кто понимает. Это огромный пул государств со всего мира. Причем очень влиятельные государства. Очень сильные, влияющие персонально на Путина и вообще на Российскую Федерацию. И все они, радостно потирая руки, хотят принять участие и участвовать во всех этих широчайших консультациях. Угу. Не надо думать, что мы один на один за столом с Путиным. Хотя я скажу, что и это было бы абсолютно не страшно, зная нашего президента и его умение вести переговоры и всю нашу команду. Но тут можно не волноваться.
а еще народ за нами, еще армия и так далее. Здесь все гораздо круче. Есть очень много государств, которые как бы говорят, ну да, вот, Владимир Владимирович, мы гарантируем, готовы, помогаем и так далее. Самые разные государства, самые неожиданные. И, ну, вот Сибига называл, да, замглавы администрации президента, который... Да, я его знаю, кстати. За которым международный блок, он называл и Турцию, Андрей Иванович, да, и Турцию называл, и Великобританию, и Польшу и так далее. Что, плохие гаранты? Разве? Особенно учитывая традиционную любовь поляков и британцев, да, к этой теме, там, да и турков и так далее, и так далее. Нечего волноваться, там все хорошо с этим соглашением. Единственная политическая сила, не будем ее называть, которая понимает, что она уходит с повестки, вообще повестки нет никакой, и надо мелькать в СМИ, начала подкачивать, педалировать тему. Ну, я долго молчал, думаю, не буду делить украинцев, но таких будут. Даст Бог! Но одна, да, иногда надо поставить на место, ну, я высказался. Да, мы приближаемся к 117 тысячам, смотрит нас человек. Сколько у нас времени, Алексей? Ну, так, минутки три. Минутки три. Тогда последний вопрос относительно вот исхода вот этих предварительных переговоров Байдена и Си Цзиньпина. Да, они общались, они о чем договорились. Ну, как обычно, заявление, на мой взгляд, ни о чем, но мы уже говорили подожди, о том, что... Подожди, Марк, подожди. Да, да, скажи твою... товарища Си. Цитирую товарища Си. Как Россия, Путин называет кампанию в Украине? Специальная военная операция. У Си было два выбора. Сказать спецоперация или сказать война. Запад называет войной, Украина называет войной. Как он сказал? Война в Украине не нужна. Война, он назвал слово война. Раз. Уже понятно. А второе, когда он сказал не нужна, ну, стало понятно все окончательно. Угу. Что ну, то есть можно считать, что это и есть ответ на... Загадочный вопрос, будет ли Китай хоть каким-то образом, я уже говорю не о военных поставках, военно-технической помощи, а одобрять эту операцию или там, не знаю, помогать в этой Китай. Операции. Я рискну сказать, что Китай сделал свой выбор, и этот выбор приговор для российско-китайских отношений. Китай, конечно, попытается воспользоваться слабостью Путина, навязать ему более выгодные энергетические контракты, воспользоваться теми, которые долгосрочны. Ну, может быть, даже даст два паяка и запчасти к УАЗику. Не больше. Китай, ну, просто Байден... Полтора триллиона против 150 миллиардов. Ну, а что? Ну, это естественно. Но Байден сказал, вы поговорите там со своим вот с этим маленьким-то. Он сказал Си Цзиньпину, вы решите, вмешайтесь. Mm-hmm. Потому что понятно, что будет какой-то торг, будут какие-то отношения между Вашингтоном и Пекином. И Пекин пойдет на то, что, потому что уже много чего получит. Как минимум снимут с него вот эту проблему с пандемией. Но он сказал, что вы решите, попытайтесь, там, не знаю, решите вопрос с Путиным. Насколько велика вероятность, что Китай как-то, в общем, попытается обсудить это с Путиным, Си Цзиньпинь обсудить с Путиным, как-то повлиять, или он останется на стороне? Нет, 100% будет консультироваться и дадут понять, что это не в китайском интересах. Продолжение войны. Угу. Ну что же, почти 122 тысячи человек нас смотрит. Мы благодарим всех зрителей за то, что вы были с нами. Ну, завтра, если ничего не изменится, я думаю, что мы завтра продолжим этот разговор. Да. Пусть очень короткий. Благодарим Алексея. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и мой, и Алексея. По ссылке на его имя интерактивное вы можете подписаться. Всем, друзья, пока и до завтра.